Я вынужден вам признаться. Да, это я взломал ТикТока. Перед тем, как судить данное видео и поступок, который я сделал, я вас очень сильно прошу, посмотрите этот ролик до конца, и вы все поймете. Начнем все с глубокой давности, когда я только пришел в замечательную игру Standoff 2. Как сейчас помню, 22 марта 2020 года. Я познакомился с человеком, имя которого вы узнаете чуть позже, который мне рассказал все азы, все тонкости, познакомил меня с комьюнити Standoff 2. И вот однажды мы с ним сидели в Дискорде и обсуждали новое обновление Standoff 2. И наткнулись на стрим кента АПК. И я чисто символически закинул ему, как сейчас помню, пару сатен, ну, чтоб сыграть с ним в дуэлечку на 3000 голды. И только очевиден, дед вынес молодого. Горит! Все меня обвиняли в читерстве, но эти люди не знали, на что я способен. Следующий человек, с которым я сыграл дуэль, был Веля. Так как я знал очень много секретов на карте, мне не составило труда выиграть эту дуэль. И как вы могли заметить, буквально несколько дней назад Веля спалился с париком. Да-да. Вы просто понимаете, чуваки, мы сейчас мафиозника побреем на лысо. Вот так вот. И последним в моем списке стал ТикТак. Мне очень понравились его эмоции, умение играть. И да-да, тот самый инвентарь. Бля, это же сервера легли или что? Это у вас работает стендов? Не, у меня работает. Работает? У меня работает. Я не могу подключиться. Он говорит, он слезенький голд. Чувак, я не верю, сейчас подожди, стой. Он слезенький голд один! Сука! Блядь! Ты дебил! Да! Блядь! Твою мать! Киргот мой! Каким-то магическим образом он выиграл меня в дуэли и начал всем хвастаться, как он легко это сделал. Вот и он, тот самый момент. Я быстренько вышел из стрима и обратился к тому человеку, который мне все рассказал про игру, и попросил его предоставить мне почту ТикТака. Таким образом, я смог ее взломать, после чего я стал сливать всю его голду и скины на рынке. Эй, Иржан! Иржан! Иржан, блядь, заебал! Вставай, эй! Блин, надо ж такому присниться. Ребят, ну вы же знаете деда-мафиозника. Я никогда не дам в обиду молодых. Это сделал не я. Но я просто так воодушевился вашими комментариями под моими видосами, что я решил записать это видео. В общем, ТикТак, братишка, держись. Найди этого чувака. Я жопу ему порву, блин. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайкусик, подписывайтесь на канал и про колокольчик не забудьте. С вами был, как обычно, ваш любимый добрый дедушка-мафиозник. Всем удачи, всем пока-пока.